Также в Пойковском в режиме ВКС обсудили внедрение концепции «Бережливый регион». Она помогает повысить производительность труда на тех же ресурсах и затратах. Так, в этом году еще 10 организаций округа полностью перейдут на такой тип производства. В работу сейчас вовлечены все муниципалитеты. Кроме того, в реализации проекта участвуют 3 госуниверситета – Югорский, Нижневартовский и Сургутский, которые работают с молодежью. Проводятся мастер-классы, форумы по изучению и разработке бережливых технологий. В планах продолжить обучение госслужащих по лин-технологиям. Планируется более тесная кооперация вузов, научно-образовательных центров вузов, для того, чтобы выработать единую стратегию по внедрению в образовательные программы идей бережливого производства, чтобы студенты, которые выходят на практику, уже задавали вопросы, рассматривали с точки зрения, как улучшить процесс и снизить потери на производстве, ну, потихонечку внедрять эти идеи на производство.